Эта жеребьевка самая многолюдная за последние полгода. Причина проста. Помимо уже известных участков для многодетных воздвиженки, добавилось еще несколько земельных массивов. На этот раз список территорий пополнили Новоникольск, улица Коршунова в Уссурийске и Красный Яр. Были, то есть, подготовлены проекты планировки, то есть вся документация была готова. И мы в конце года решили людей, то есть обрадовать все наше руководство. То есть на данный момент у нас на сегодняшний день было 69 земельных участков. Количество участков почти в два раза больше числа участников, а значит, шанс на долгожданный кусок земли в хорошем районе возрастает. С замиранием сердца они достают заветные листки бумаги. Теперь в руках у каждого кадастровый номер своего земельного участка. Мы на три участка многодетным делаем дорогу, инфраструктуру. В этом году мы сделаем дороги, проведем свет, а в следующем году будем делать водоотведение и водоснабжение. И также в следующем году будем еще на четырех участках, на выданные, тоже делать инфраструктуру. Елена Буланова – многодетная мама. Дома ждут муж со старшими сыном и дочерью. Сегодня ее помощник – маленький Макар. Они уже много лет живут с родителями. Домой в Борисовку эта пара повезет счастливую весть. Получили то, что хотели в Новоникольске. Земельный участок под строительство жилого дома, где и планируем строиться. Расскажите, сколько у вас членов семьи? Нас пятеро. Два сыночка и лапочка дочка. Впереди у всех этих семей процесс оформления земли в собственность, а уж потом можно и строительство начинать. До Нового года пройдет еще одна жеребьевка. В списках желающих осталось 286 многодетных семей. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.